его двоюродного дедушки, который командовал одним из корниловских полков. Значит, с этой стороны я из семьи корниловцев. С другой стороны, замуж я вышла за внука генерала Корнилова. И значит, я и из семьи Корниловых. Это знамя было передано, когда мой двоюродный дедушка скончался, его вдовой моему мужу, с тем, чтобы у него хранилось это знамя. А супруг завещал, чтобы это знамя вернулось, когда время настанет, на родину. Это время настало. И вот знамя возвращается на родину.